Бывший преподаватель в Индии усыновил 12 ВИЧ-позитивных детей. 10 лет назад Аджай Шарма выжил после тяжелой болезни и считает, что судьба даровала ему вторую жизнь для того, чтобы он посвятил ее другим. Эти дети потеряли своих родителей, либо их семьи бросили их, и общество не поддержало их. Это дети, которые не знали родительской любви. Я по профессии учитель. У меня было желание сделать что-то еще. В 2004 году я пережил кровоизлияние в мозг. Мне подарили вторую жизнь, и я подумал, почему бы не посвятить ее этим детям. Я построил этот дом, где эти дети могут жить счастливо. Шарма пробыл в коме 15 дней и был на шаг от смерти. Вылечившись, он оставил работу в государственном колледже и начал преподавать детям в трущобах. Там в 2008 году он и встретил своего будущего первого подопечного, зараженного ВИЧ. Мальчик был бездомным. Дом, который Шарма построил для больных детей в городе Мерат штата Уттар-Прадеш, хорошо известен в округе как интернат Сатякам. Мальчикам, проживающим здесь, от 7 до 17 лет. Всех их объединила общая беда. Они родились у ВИЧ-инфицированных родителей, после смерти которых другие родственники не захотели иметь с ними дело. Но всех их объединило и общее счастье. Их приютил добрый учитель. Мы называем его отцом. Он относится к нам очень хорошо. Он присматривает за нами, как за собственными сыновьями. Мы как большая семья, и мы очень счастливы здесь. Чувствуем себя как дома. В своих стараниях помочь этим детям Шарма не одинок. В его интернате преподают опытные учителя, и мальчики находятся под наблюдением врачей.